тут все сижу и думаю об этой карте. Я думаю, надо уже начинать шевелиться как-то. Хватит штаны до дыр просиживать. Чего, чем шевелить-то? Куда шевелить-то? Чего, куда? Ну, надо узнать сначала, что это за особняк был, в котором мы эту карту нашли. Кто там жил, что за типы вообще, что за хмыли. А, ну это можно, надо найти диск со справочной системой по городу. Он в ящике был, найди, окей? Окей, сейчас позырю, поищем. Иди, сейчас мы все подноготные тайны узнаем. О, ништяк, все работает. Сейчас мы по-быленькому быстренько все найдем. Слышь, Масянь, я тут пока буду ковыряться в инфе. Может, ты сделаешь что-нибудь пожрать такое, сварганишь и противненько? А? Пожалуйста, а то сейчас помру прямо здесь. Где бы только жрать, охлое. Ладно, сейчас что-нибудь сварганю. Надеюсь, ты найдешь что-нибудь приличное и вонючее. Точняк, сейчас яичницу с колбаской соорудим. Самое то, что надо, ништяк. Ты гляди-ка, не кончился еще стратегический запас чистых тарелок. Их даже юзать можно, крутняк. Не, этому нашему молодому бугаю без мяса яичница не пойдет. Надо что-нибудь там обхать пожирнее. Перекуси, работничек, а то и правда глядишь, подохнешь. Вкуснотища, ну спасибо тебе, громадно-огромные. Ой, ну хорошо, я тут выяснил, короче, все. В общем, слушай, в этом особняке жил раньше профессор с дочкой. Профессор был известным химиком и геологом. Книжки разные умные писал. А, ну, видел я эти книжки, давай дальше. Ну так вот это, он ездил по всяким странам, искал, значит, всякие месторождения. Вот, и даже вот принимал участие в добыче алмазов. О, это уже что-то интересненькое. Думаешь, не туфта? Ну так вот, и в одной из этих командировок он и пропал. Как-то пропал. Что значит пропал? Ну пропал, значит пропал. Без вести пропал. Как обычные люди пропадают, так он пропал. Ну пропал и пропал. Хотя известный ученый был, что называется, с мировым именем. Ага, ну, в общем, ясно. Надо пробовать. Хватит уже резину тянуть за хвост. Кота, резину тянуть. Ну, в общем, короче, ты понял. Хрындель, давай собирай свои манатки и иду к лохматому. Приступаем к выполнению плана X. Придешь, что расскажем подробнее. Не телефонный, короче, разговор. Давай, дуй. Ну
чё, мужики, раз у нас есть такая замечательная старинная карта, значит, пора нам клад искать. Не знаю, по-моему, это лабудаша какая-то. Да, я чё-то тоже сомневаюсь как-то. Вот, например, начинает откуда вообще, непонятно. Чё так паритесь? По-моему, всё просто. Нужно просто вернуться в этот особняк, блин, где мы её нашли, и там поискать какие-нибудь зацепки. Вернуться туда? Особняк вернуться! Химику опять? Не-не-не, никогда ни за что, не-не-не. Ну вы даете, мужики называется, ушам своим не верю. Вы что, меня такую нежную девицу одну отправите? В это логово? Офигеть! Ну, мужики, пошли, блин. Офигеть! Ну и ну вас, салаги сопливые, блин. Разберусь сама, доберусь до сути. До сути. Хе-хе, без всяких козлов. Юного химика. Пока он мне нафиг не нужен, я пока больше ничего взрывать не собираюсь, но если понадобится, я уже знаю, где его найти. Ручки нету, ну бардак, все сломано, переломано, не открыть. Ой, да никто и не сомневался, что тут все заперто 10 000 раз. Вопрос в том, кто все это запер. Вот черт, зараза, ключ с той стороны торчит. Там что-то такое эдакое придумай. Чего тут у нас? Или кто тут у нас? Ведь кто-то же запер дверь с этой стороны. Так, приплыли матросы. Электричество закончилось, кина не будет. Закрыто? Но это как-то совсем подозрительно. Блин, да тут все заржавело! Блин, за какая-то! Масленка нужна! Вау, крутняк! Жаль только, что мне как-то поздновато такое уже играть. Ой, какая штучка, я такие хреновины очень люблю. Надо ключик только найти, чтобы эту хреновину завести. Это типа спят усталые игрушки, петрушки, погремушки. Хе-хе, ваш попугай спит. Нет, он дохлый. По-моему, тут явно не хватает одной фигурки какой-то. Либо птицы, либо рыбы, либо мяса.
ключ-то? Почистить его, что ли, надо как-то? Пора проверить, что там в запасе у нашего дорогого профессора. Вроде все правильно, но что-то нифига не работает. Что-то тут не так. Так, по-моему, тут какая-то фигня, и она как-то сломана. Может, если ее починить, то это мне как-то поможет? Какие-то вырезки, аппликация, что ли? Какой-то картины. Странно. Все-таки вандалы какие-то, да? Вот взяли и похабили произведение искусства. Такие неприличности написали. Профессор думал, какие-то у него замысловатые мозги, блин, у чувака. Скорее всего, там он и зарыл свои сокровища. Хитро умно придумано. Надо пойти посмотреть, что там есть. Все, ура, вперед! Меня ждет настоящий клад! Окно светило. Похоже, что к нам в сад. Ну что, аж все в сад. Усе у сад. Блин, нифига ведь не видно. Грязное все. Все загажено, короче. Да неприличие просто. Опаньки, все интереснее и интереснее. Посмотрите-ка, дверь захлопнулась, а? Что теперь делать? Может, ключики запасные есть? Нифига ведь не видно. Сухим-то платком много не натрешь. Ага, вот ян-то улица, вот ян-то дом. Как говорится. Как бы его достать-то, а? Блин, нифига ведь не видно. О, монтировочка там нужна, пригодится. В любой игре, понимаешь, монтировка оружия номер раз. Наверняка тут что-нибудь полезное может быть такое есть. Что-то оно, видимо, не отсюда. О, открылось. Ну что, велком, типа. Как бы ты не понимаешь добраться. Блин, ну чё за карма такая вообще чёрная? Всё всегда сломано. Вот добираться никуда не надо, всё равно само с небес спустилось. Теперь можно копать как человек. Уже прям не терпится. Золото давайте мне, алмазы, серебро всякое. Давайте алмазы, изумруды.
Ну, блин, вот не могут люди по-простому, да? Ну, положил бы сундук в землю и все. Чё ты тут выпендривался там с переподлы под вертом, придурки, блин. Опаньки, а это что за рукоделие такое? А чё опять не сундук-то, я не поняла? Чё это коробочка такая? Несерьёзная. Ой, ну вот, свиница, ляркомедия, фига с маслом, блин, не клад. Вот так, блин, и знала. Ну ладно, для прилично посмотреть хоть чё там вообще. На, пожри, может подобреешь чуть-чуть, злые дня. Сейчас включим проектор и посмотрим, что там за кинцо. Кинцо. Работает? Ага. Дорогая моя, любимая моя доченька, скоро твой день рождения, и я приготовил тебе замечательный подарок. Ты будешь самый богатый и самый знаменитый в мире. Только мне нужно его, подарок мой, чуть-чуть подготовить. Я улетаю, и как только вернусь, я тебе его вручу. Как раз в поездке я его и доработаю. Как только я вернусь из Намибии, моя... Фак. От, зараза, облом. Алло, Хрюндель, лузеры мы с тобой, блин. Похоже, накрылся наш клад медным тазом. А чё такое стряслось-то? Да похоже, умотал хмыль профессора за этим кладом в Намибию нафиг. Ну чё, есть повод прокатиться в Намибию, в Африку. Клёво. Ой-ой, очень смешно, а хорей прикалываться-то. Масянь, слушай, это не прикол, там такое может быть богатство, что нам на всю жизнь хватит. Помнишь, у тебя дядя есть? Давай его тряханем, да поедем. Не, дядю. Ну чё, Хрюндель, может, в этом и есть смысл вообще-то? Бывает, однако, просветление. Ну так не разобраться. Видимо, хороший вечер был. Ладно, сейчас разбудим. Не, ну если диск поднимать, нам надо сразу что-нибудь другое-то поставить. Помню, да, в этой коробке, кажется, дядя хранит свои любимые сати-диски. Меломан, блин, олигофрен. Только тут замок какой-то хитро сварганенный. Просто так не открываешь. Должно его разбудить. Ну что, попрыгаем, дядюля? Так, тут нужно еще все как-то настроить, эту хитроумную машину, блин, как ее? Сейчас постараюсь вспомнить. Thank you.
но, видимо, недостаточно. Перлым-перлым. Нужно еще что-то придумать. Ёшкин кот, бутерброд, тебе же всю квартиру зальет. Ой, да тут все как дуршлаг, дуршлаг грявый, тут ремонт нафиг нужен. Что у нас тут за хлам мусор свалит? Есть хоть что-нибудь такое полезное, нужное, удобное, можно и пользоваться, и бояться, что это засосет. Где я? Все нормально, спокойно, не боись. Ты дома, все нормально, а я по делу. Просто очень срочно и неотложно. Дело? Какое дело? Чертям собачьим любое дело. Я поплю еще. Закончай ты спать, дедюля. Я тебе золотую жилу предлагаю. Чего? Золотую? Ну, вообще в кризис, конечно, золотая жила не помешает. Выкладывай. В общем, короче, дело такое. Подожди, башка раскалывается. Сначала рассольчику, надо рассольчику. Черт, ну вы, дядь кабан. Где рассольчик ваш берется? Где он у вас тут? Ну, там это оно так это припрятано. Ты спроси русалку, она тебе расскажет. Чего это у вас тут? Русалки рассекают? Голые, небось, а? Не понимаю я шуточек, когда башка болит. Голые, не голые, рассольчик тащи. Русалочка, расскажи что-нибудь такое. Так, ну и как это ебать хрень теперь открыть? Так, раздобыли, а теперь надо еще чем-то ее открыть. Бабку-то, тебя и так просто не погрызешь. Давай, говори. Только коротко и по делу. Ну, в общем, нашли мы натурально карту с кладом. Начали поиски... В общем, надо ехать в Намибию, чтобы... Ну, а я тут при чем? Валяйте, езжайте. Вот и дипломатичен. Да, но, понимаете, как бы в этой непростой ситуации как бы есть разные подходы. Короче, это денег дайте. Во. Ну, а оклад найдем, вернем, конечно. Ой, да, тут есть разные подходы к этой ситуации непростой, а... Короче, Склифосовский. Ну, ладно. Деньги, короче, в сейфе. Вот пульт от сейфа. Только батареек, мне кажется, нет. Ну, разберешься сама. В остальном ситуация понятна? Да что понятно, что, конечно, вижу ясно. Вуаля, тополя. Иди твой налево, а кот мне кто-нибудь скажет?
Ой, блин, нет, башка болит, я не помню нифига. Помню только, что цифры запоминал такими картинками. Первое число, значит, хранит ночной город. Второе число в какой-то там вазе. Третье число – это разница между зеленой и рыжей тарелками. Галяк. Ну-ка, ну-ка, повнимательнее тут. Видимо, и сюда кризис добрался. Так, ну и что теперь делать, скажите мне, пожалуйста? Ну, у меня, кажись, была заначка в кладовке. Сходи туда, пойди, может, там есть чего. Ну, в принципе, набрала дорогу и себе, и Хренделю, этому Кобелю. Так, ну все, давайте, валите, валите, кладоискатели хреновы. Ёшкин кот, смотри, Хрендель, долетели наконец. Йоу, какие здесь кайфушки-то. Не говори опаньки, пока не перескочишь. Или как там пословица-то, не помню. Йоу, паспорта, плиз. Хе, вот, пожалуйста, зэй, а, паспорта. Мандандандик, командунда, майкендеранда. Командандандик, майкендеранда, хэнтаманда. А, гамандин, гамандин. Экиманга. Чё происходит тут вообще? Хрен ты узнай. Гюнга. Я не могу, как каламаки. Клебздуки. Мы не каламяки и не клебздуки. Мы туристы, туристы. Не бояться, всё хорошо. Хорошо будет хорошо. Ну что за фигня-то? Вы, блин, попали. Сдается мне, господин Шниц, в смысле Хрюндель, что дело здесь нечисто. Послушай-ка пока на стрёме у двери. А я поищу здесь в комнате, что к чему. Окей? Только отсюда выбираться, что-то мне тут совсем не нравится. А то мне прям нравится, прям умереть не встать, ёбаламанэ. Ну, в общем, ты иди пока выход поищи, а я тут покараулю. Вот. Молодец, Хрюндель прям взял на себя мужскую работу, зараза, со всей ответственностью. Жук. Ничего не боись, я справлюсь. Человечки, человечки, ёшкин кот. Хрюндель, смотри, прям как мы с тобой, ля-ля-ля. Жика, я не могу не запечатлеть такое творчество. Ну и это сфоткаем на всякий случай. Что-то не открывается, что-то там, наверное, жутко важное лежит. Блин, а как открыть-то? Тут даже замка-то нету. Как эта фигня открывается? Что-то я вообще не врубаюсь. Слово «опасные личности». Эти морды нужно запомнить, а то, блин, встретишь таких зомби. Отморозки, блин. Бррр.
Ну и что тут у нас случилось? Что-то сделали, что ли? Ага, так вот чего эти дюжины открывали. Ну, теперь все ясно. Вот, блин, офигеть, конспирация. Ну и что у нас тут такого супер-сверх-мега-секретного? Упс, знакомая морда, что-то где-то... А, так это же профессор, ё-моё. А чё тут паспорт пропавшего профессора вообще валяется? Чё-то я торможу. А чё это тут? Два по маленькой, один по большой. Ну чё там, какие-то мозголомные загадки кругом. О, Хрюндель, кажись, я нашла наше спасение! Ну чё там такое, чё за хрень наковыряла? Выход я нашла, сейчас будем отсюда драпать. И не сейчас. Черт, надо как-то эту штуку еще открыть, умудриться. Хрюндель, тут подвал, блин, надо еще наружу пробиться. Давай, да. Нет, стой, назад лезь, идет кто-то. Чего? Задержи его, я лезу уже сейчас. Да вроде все уже, типа кто-то мимо вроде прошел. Ну ты, блин, шутник, ё-моё, так же до инфаркта можно довести. Видишь, как я все хорошо, что сфоткала. Теперь мы эту загадку природы в 5 минут сейчас решим. Глянь, тут велик валяется. Вон, на нем сейчас и двинем. Ну, отлично, так поехали, что копаться. Ну, тут кое-что поковыряться, починить нужно. Ты это, тащи инструменты, какие найдешь. А что, какие надо-то? Ну, давай, что ли, ключ на 12, например. Нет, так просто этот круг не достать. Инструкция к применению. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, новейшие очки, бла-бла-бла. Позволяют видеть металлические предметы. О! Это такое, что? Хрюндель, слышь, мы сейчас тут все металлы увидим сразу. А ну-ка, испробуем эту новейшую супертехнологию. Вау! Нифига себе, до чего техника подошла. Ё-моё, офигеть, я описываюсь просто. Ну чё, изловили тебя? Оштрафовали, небось? И дали паспорт показать, да?
другое дело, молоток клевая штука, сейчас раз и готово все будет. Масянь, только их прибью хоть чем-нибудь сначала, упадешь же, блин. Не думаю, что мы здесь тебе найдем какой-нибудь врача Пилюлькина. Масянь, ты вот что, послушай опытного мужчину. Вот, ты бы лучше вот сверху колотить не начинала. Прибей сначала брусочек, ножку на него поставь, зато уже второй бей. Как опытный мужчина, тебе говорю. Ой, посмотрите на него, опытный мужчина. Я знаю, ты мужчина, конечно, хоть куда. Ну мы и сами тут соображаем прекрасно. Это я просто промазала. Не, без этого я... Чего ж я все-таки добрая девица? Я вот, например, возьму и животное вот это покормлю, жопатое. Хе-хе, колоритный какой автобус. Прям автобус для степанов. Где степаны-то? Видно это, в Африке проблема расхищения собственности стоит, понимаешь, с острым бедром. Закрывает, блин, добро 10 замками. Вуаля, опа-цопа. Это я стану скоро профессиональным мастером, понимаешь. Света, Масянь, еще отвертка нужна. Ну все, супер, Масяня, готово, поехали, сваливаем отсюда. Слышь, Масянь, что это было такое в аэропорту-то вообще? Да фиг его знает, люди, это же Африка, тут все через кверх ногами. Это что такое так шумит там сзади? Крюндель, за нами какие-то хбрины отшлите, блин, прутся. А, Крюндель, давай в сторонку, стой, я такая молодая, еще не хочу умирать. Крюндель, он пулялку достал. Крюндель, ты где? Да я-то тут, только меня, кажется, вяжут. Ой, отстой. Ё, как голова-то трещит, а? Что ж такое? Ну и где мы? Так, какой-то подвал. О, Крюндель, смотри, да тут зашибись замечательно. Мог вообще шаманский поплетать, что ли, вокруг него, блин. Алхимией я уж как-то занималась, так что, в принципе, и пошаманить можно. Так, закрыто, блин. Ну и что дальше? Ух, ё-моё, какие-то схемы тут, блин, левой рукой за правое ухо. Ничего, сейчас разберёмся, что к чему. Растолочь это дело.
все, господа буратины, у нас начинается конкурс художественной сварки в пайке. Ты что, тут маска нужна какая-то такая уже, есть специальная? А то я без глаз нафиг останусь. Ну и где мы, собственно? Куда нас нелегкая эта днепла? О, ноутбук, отлично! Нужно срочно написать письмо дяде, чтобы забирал нас отсюда! Хватит уже с меня! Черт, пароль, да пароль она нафиг! Блин, ну че, будем хакеров играть, что делать? Не, ну я не лохматый, я убиваться об стену, подбирая пароль, не буду. Я его лучше поищу где-нибудь тут. Я, конечно, могу это весело попрыгать, но боюсь, что я не этот чемпион губка с палкой, так что всегда стану. Что это за коробочка такая? А главное, как она открывается? Фотка порванная. Наверняка не что-нибудь важное было, иначе что ее было рвать-то? Ё-моё! Какие-то бандитские рожи! Что за фигня? О-о-о! Какой шаманки! Шаманизм на шамане! Че это тут такое нашкрябано, нацарапано какой-то лапой? Ну вот, письмо отправили, теперь осталось выбраться отсюда. И желательно живыми. Черт, мне вообще дернул с прикладами, хренадами. А что тут такое важное у них на ноутбуке еще? Секретные документы какие, может? Опаньки, опять знакомое лицо. Этот профессор прям-таки популярная личность, прямо поп-идол. Каждый понимает, дом его портрет. Вообще, если серьезно, это, понимаешь, самый настоящий след. Горячий след. Я так понимаю, это город Колманскот. Туда и надо двигать. Воды! Помираю же! Ой, уже лучше. Черт, у меня все руки-ноги затекли. Вваливается все. Марсиан, что это было-то вообще? Где мы вообще?
Тихо-тихо, Грюнтер. Это, видимо, какое-то бандитское логово. И прикинь, я у них в ноуте фотку нашего профессора нашла. Что-то тут явно нечисто. Давай выбираться отсюда, поползли. Посядь, хорошо, конечно, тебе говорить, но у меня все руки-ноги затекли, я даже встать не могу-то. Руки-ноги у него видели. Задница у тебя не затекла? А черт с тобой, придется мне, блин, опять всех спасать. Чем мы отсюда свалим, точно. Только вот какой индюк машины все время закрывает. Мне что поставить открытый, ходить, как Масянь дорогая. И пусть. Аккуратнее, тихо. Пока еще раз по башке не хлопотали. Тут надо потише. Что это за коробочка такая? А главное, как она открывается? Слышь, Хрюндель, что вырло? У тебя ничего такого колюще-режущего случайно не завалялось? Сама что вырло? Завалялось? Вот смотри, на тебе пилочка. Держи. Откуда у тебя, Хрюндель, пилочка? Пилочка. Настоящего мужчины всегда есть всякие штуки. Пилочки, шпильки, прочая хрень. Всегда может понадобиться что-нибудь проковырять. Масянь, балда, что ты там кидаешь мне на бошку? Хрюндель, куда эта штука-то покатилась? А? Да там, возле лестницы глянь. Что это за фигня такая сраная, такая хрень? Ага, вот оно как. Обалденно сложно, блин. Вот на чем мы отсюда свалим. А вот так вот плоско, хрень готова. Чись, Хрюндер, пока я жива. Опаньки, бензин на нуле. Ку-ку, Гриня. Уже на ногах, младенчик. Молодец. Ну тогда давай двигай. Машина там ухода в дом. Жди меня там. Масянь, ну ты молодец. Вообще умница такая. Ладно, Хрюндель, кавалер, давай проваривай. Потом будешь комплименты говорить. Да ладно, топаю, топаю. Не ворчи, ворчуха. Вот отлично, бензин есть, надо только в канистру перелить. Эх, блин, эту воронку бы, а? Чё там шаришь, копаешься, капуша? Да воронку я ищу, воронку. Должно же быть у любого уважающего себя автолюбителя воронки. Это не автолюбители, это бандиты. Они себя не уважают. Если мозгой покрутить, я думаю, можно что-нибудь получить. Так, Масянь, теперь нам нужно этих бандюков-жмуликов как-то отвлечь. Ясно? А я в подвале тараканов видел, может пригодятся как-нибудь. Еще я вот пулю нашел, держи. Thank you.
мой любимый таракан. Будешь нас отвлекающим маневром. Послужишь, так сказать, в кои-то веки на благо людям. Давай. Масянь, давай быстрее, поехали уже, пока не очухались, поехали, ну давай! Объясняю для тех, кто в танке. Машину сначала завести надо, а потом она уже поедет. Ёлы-пал. Всё, валим, Крюлер, двигаем! Дом, и чего здесь, куда? Ты давай осматривай там весь дом, а я пока на стрёме постою. Ну? Только в темноте мёртвые, мокрые дрели, двери. Бред. Ну и что это за фигня? А эти дурацкие лучки надежды в дурацком темном царстве везде дорогу найдут. Облом, ручки нема. Ты как кроешь? Ну не ручками же моими нежными разгребать. Тут эскалатор какой-то нужен. Сейчас мы тут порядок не ведем-то. Сейчас отодраем тут палубу. Ну, девушка, я, конечно, могучая, прям хоть куда, но инструменты всякие в Африке нужны какие-нибудь такие юзабельные. Даже и не думай. Вот приколотить бы еще ее чем-то. Была бы красота, а то щели кругом. Масянь, ты что делаешь-то? Нафига ты тут все заколачиваешь? Топить-то будем, что ли? Крюндер, блин, отвали! Сказано, только в темноте мокрые двери. Ну, значит, сделаем темноту, а потом уже там посмотрим. Что это такое? Это, похоже, единственная жидкость, которую местные аборигены не тронули. Видимо, ее выпить нельзя. Ну, раз выпить нельзя, то и жалеть ее не надо. Темно там, а фонарика нет нифига. Надо как-то осветить эти темные недры. Ядры. Недры. Профессора! Опять!
Только у нее вообще листы чистые. Я дальше буду пока искать еще зацепки всякие. Только вот нужно чем-то это все замотать, чтобы безопаснее было. А то только тут поднёт, дай боже, а он не покажется. Чё-то мне... Мимо рудника проезжали. Так вот я почти уверена, что нам туда. Что-то меня твое почти уверена как-то не греет. Не греет Хрюндель, это я не с потолка взяла. Это в дневнике у профессора было написано. Вон, тогда другая совсем опера. Поехали. Слышь, ты уверена, что мы куда надо приехали? А то там вон, гляди, какой-то хмыль с пулеметом. Чё-то не пылаю я к нему страстью совсем. Куда нам? Куда надо? Не греет, матрос, папуас. Как-нибудь прорвемся. Слышь, Масянь, сейчас его отвлеку камешком, гляди-ка. Ну давай, давай там. Ну похоже, Хрюндель, мы на месте. Но тут у нас, кажется, проблемка. Черт, нужно как-то этого охранника обезвредить. Может, ты подкрадешься к нему и как дашь ему по голове, а? Масянь, я что, похож на самоубийцу, да? Мне его автомат вообще-то как-то не особо так нравится. Ну давай, придумай, дай что-нибудь, ты головастый. Ну, фиг его знает, надо как-нибудь его отвлечь. Вот, например, если он машину эту увидит, то может он за ней кинется? Да шут его знает. Надо попробовать. Надо что-нибудь такого напхать в мешок, набить его чем-нибудь. Травы может. Надо что-нибудь такого нап... Ну, тебе веревки перевязать почти готово будет. Вон ты куда ключи-то уронил. Ну ты растяпать, тюхля-пухля. Надо бы ему какой-нибудь такой аксессуарчик, какой-нибудь наборшку, чтобы человек-то был похож. Масянь, ну давай ты быстрее. Чё это тормоз такой? Да ща-ща, погоди, не гони. Я вот сейчас так морду лица тут обозначил, чтобы видел, куда едет-то. Стоять!
Фигушки, там высоко. Я что, дура совсем туда прыгать? Тут веревку нужно, точно. А она уехала в машине. Включаем генетическую память и используем мозги неандертальцев. Своих, хотя и нет, нифига. Сдается мне, друг мой, что тут нужно чего-то куда-то перелить. Это типа как задачка из школьной программы. Рюндель, у тебя есть чем посветить, а то здесь темно как-то. Ну, в общем, очень темно. Все в чемоданах было. И фонарики, и веревки всякие, и прочие всякие штуки для кладоискания, чтоб не провалиться. Так, ну вот, господа туристы, вот они, покои незабвенного профессора, чтоб его 100 раз. И чего у нас тут есть интересного? Ну тут, похоже, уже кто-то что-то искал. Все перевернуто нафиг вверх дном. Ну чё, это оно что ли, а? Ладно, давай хватай, мы топаем нафиг отсюда к чёртовой собачьей матери, пока живы. Ну и чё, господин Хрюндель, вы имеете в виду, что нам теперь капец, кирдык, говоря культурно, а? Ты не боись, выкарабкаемся как-нибудь. Не из такой сложной ситуации вылезали. Ну, вот и проход вроде, только его пробить чем-то надо. Твердым. Головой, что ли? Ой, тут все старое такое, блин, мам дорогая. Так просто это колесо не отвинтишь. Если уже хорошо, не пропадем как минимум. Так что давай, вперед под полными парусами, друг мой занудный. Не шагу вперед, в смысле только вперед. Не шагу в зад.
тычки. Что-то они слишком близко к самолету летят. Проваливайте, глупые индюки. Слышите? Кстати, о птичках. Как ваша авантюра-то прошла? Глядит, покажем ему результат. Вот. Что это за хрень? Да черт не знает, нашли рядом с барахлом профессора. Шкатулочка какая-то. Мы подумали, что это самое ценное, потому что не открывается. Шантропа, кладоискатель, ёшкин кот. А чё это за фотка тут на дне? Чёрт знает, мымра какая-то. Погодите-ка, если это так подрезать, так это выпуклее, то это... Это же Алисия! Кто-кто? Кто-кто? Дед Пихто. Подружка моего бывшего одного партнёра там. Алисия Уинштейн. Чёрт, слышал я где-то такой Уинштейн. Ты чё, масянишь, фамилия нашего профессора? Опаньки. Она теперь попсовая дива какая-то большая. А такая маленькая была, надо же. Ну если она дочка профессора, значит нам к ней. Хрюндель, заряжай панталоны. А чё Хрюндель-то сразу? Не пойду я в это попсовое логово. Я уж лучше в Намибии обратно к бандитам. Ты сама давай это. Там поп крутить надо. Ой, тяжело же с вами мужиками. Такие все пентюхи. Одна я такая смелая девица. Ну ладно, к змеюкам так к змеюкам. Куда это вы, мадам, собрались? Мне бы эту Алисию увидеть. Тут дело такое важное, у меня такое важное. Вот еще Алисию им подавай. Черта с два. Может, вам еще мыло жидкого? Давай-давай, вали отсюда, пока не накатал. Опаньки, да. А тут, походу, Цербер. Здравствуйте, девочки. Ладно, сейчас придумаем что-нибудь. А ну-ка, не лапать, цацки мои. Черт, надо вот ухватить никак не могу. Надо что-нибудь такое подцепить бы чем-нибудь таким и таким. Застряла чертова монетка. Не могу достать никак. Воды! Воды дайте! Дайте воды! Если мозгой покрутить, я думаю, можно... Все, ништяк! Ура! Путь свободен! Можно двигать дальше! Вперед, матросы! Гаррис, это ты? Ты уже нашел мою клубнику? Я это... Боюсь вас разочаровать, но я не совсем этот Гаррис. Я тут по делу к вам. Ой, кто вы вообще? По делам всем к моему менеджеру. Ну, я не думаю, что здесь нужно менеджеров всяких привлекать. Речь идет о вашем папаше. О моем отце? Вот именно, о вашем отце. Вы тут нашли шкатулку, которая ему принадлежала. Ага, здорово, давайте мне шкатулку, давайте. Погодь лапы тянуть. Сначала уговор, поскольку мы ее нашли, значит, половину того, что там есть наше, окей? О, половину? А что там такое? Ну, тут маленькая засада, конечно. Мы, в общем, открыть-то ее до сих пор не можем. Дайте-ка, я посмотрю. Вообще-то как-то непонятно. Мой дорогой папа пропал, когда мне было 10 лет. Он говорил, что приготовил мне подарок на день рождения. Но он уехал и больше не приезжал. И мне пришлось уйти к моей тете. Ну, я гляжу, тут у вас целый роман. Зрители будут рыдать, обслюняются все. Блин. Мой дорогой папочка, у меня была где-то его фотокарточка. Посмотри, пожалуйста, там в шкафу. А кто мне откроет этот шкаф? Пушкин, что ли? А? А что, разве ключа там нет? Ах, опять его, наверное, куда-то уборщица утащила. Зараза такая.
крючок получится из этих хреней. Занято! Вы это, надолго там? А? Глухо, как в танке. Так, придется как-то выкуривать. Эх, хорошо бы огоньку. Такое нашкарябано-то, как ты задом наперёд, что ли, как ногами, левой рукой за правое ухо. О, другое дело, а то нифига непонятно было. Эй, Тюхля, не знаешь, что там за буковки такие, а? Нет, ну я так это не знаю, но отец мой, вместе с этой фотографией оставлял мне какую-то картонку с дырочками. Она где-то должна быть в кладовой. Понаставили тут всяких электронных хренотеней вообще, блин. Ёшкин кот, ну чёрт, теперь как выйдет-то дверь-то не открыть, весь проход нафиг загородил своей жирной тушей, чёрт бы её подрал. Тяжёлая, блин, зараза. Случайно разбить в случае пожарного случая. Не, надо попробовать как-то по-другому вообще. Йоу-йоу-йоу, чё-то тут такое вырисовывается. Ой, так это же ноты. Ноты можно и буквами записывать. У меня отец очень музыку, знаешь, любил. Я в него пошла такая. Может, стоит попробовать сыграть то, что тут написано? Мне недавно подарков опять надарили, там диктофон должен быть. Посмотри-ка. Йоу, руками-то никак, нужны ножницы или что-нибудь, зовите хирурга. Были. Отец перед поездкой отдал. Ну, поищем, что делать-то. Thank you.
И вот он момент настал. Та-дам! Ну чего же там, чего там? Стоп, чё-то я не въезжаю, чё это за бумажки-то? Ноты, ноты, это же все ноты. Ну-ка, ну-ка. О, это же шедевры. Папаша все-таки оставил мне настоящий прощальный подарок. Это же все супер-хиты. О, мой бог. Даже не знаю, что сказать. Какой редкостный отстой. Мы договаривались с тобой на 50%. Я могу тебе вот, например, вот эту отдать. Очень красивая, послушай. А мы с тобою побежим, побежим. Мы с тобою полежим, полежим, полежим. И побежим, побежим и полежим. Бррррр. Фу, ой, блин, фу, нет, спасибо. Обойдусь я без этого. Какое же одноглаже из всего этого вышло. Какое невообразимое кидалово. Ой. Ой, блин, чё ж так все хреново-то, а, хрендель? Денег нету, дядя давать вообще неизвестно чем, промотались зря. Чуть не пристрелили вообще нас там нахрен. Блин, зараза. Да ладно, ты чё-то прям так утрируешь-то. Зато прокатились по Африке, приключения, блин, ты чё, круто. Да ну тебя, хрендель, блин, не знаю, всё равно в депрессухе я какой-то. Чё-то ты да, слушай, может это развеселить тебя? Я тут вот из ручника игрушечку прихватил тебе. Смотри, клёвая такая куколка. Дай-ка сюда, тоже мне придумал взрослую девку с сиськами и чебурахами радовать. А чё эта верёвка у меня здесь из попы торчит? Ну-ка. О, мама дорогая, ёшкин кот, хрюдель, ты посмотри только. Ай-я. Ух ты, нифига ж себе, ёк-лэ-мэ-нэ. Блин, это чё, алмазы? Хрюдель, дорогой твой, родный ты, морда такая хитрая. Молодец, слушай, мы теперь с тобой богатые вообще. Как ты умудрился именно эту куклу в руднике прихватить, а? Такой молодец. Ой, что-то не нравится мне этот звонок, хрюндель. Что? Вот это самые умные, да, мы знаем, где вы, в общем, у вас руки длинные, мы вас достанем, мы знаем у вас надписи профессора, мы вас найдем, и вам придется плохо, вам плохо придется. Упс, вынуждены тебя обрадовать, дорогой хрюндель, походу приключения наши еще не закончились.